Полицейские в Новосибирске задержали 26-летнего, ранее судимого за кражу и грабеж мужчину без определенного места жительства. Мужчину подозревают в краже, совершенной в Бердске. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. В полицию Бердска поступило заявление от местной жительницы. В ночь с 12 на 13 декабря неизвестный мужчина проник в ее комнату общежития. Преступник похитил мобильный телефон бердчанки стоимостью 7 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Новосибирске был задержан 26-летний мужчина без определенного места жительства. Установлено, что преступник ранее был судим за кражу и грабеж. Злоумышленник проник в комнату, пока хозяева спали, и похитил сотовый телефон. Как выяснили полицейские, мужчина был знаком с дочерью потерпевшей. В настоящее время неизвестно, где находится похищенный телефон, но полицейские ведут его поиски. Сейчас решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения. Проводится расследование.